Это все смотрит мистер Уайт. Где? Нью-Гэмпшир. Озарился заревом. Пилающего пилдека. Подорванного пукана. И только мистер Уайт на реактивной тяге. Пошел в суборбитальный полет для Нью-Мексико. Даже пылесос обалдел. С ревом ушел за горизонт. Ну и только в конце серии полиция, шериф и приезжает, а нет никого. Склазанул уже, сука. Только выгоревшая стартовая площадка. Без снега. 20 метров в диаметре. Хорошая серия. Нет, все-таки жалко, вот повторюсь, все-таки жалко, что он это перепончатые крылья не расправил и не возглавил наркоторговлю во всех США, блин. Мог бы, вполне. Мог бы, да. Уж вполне. Если так удачно получилось, что они разошлись боками вначале стукой. Да. Вместо трудоустройства мог бы стать главным наркомафом. О, хороший сериал. Очень хороший. Спасибо, Клим Саныч. Меня ровно одна досада гложет, что вот правильнее было бы, чтобы я его переводил, и мы бы с тобой по очереди делали. Но, к сожалению, так не получилось. Ну, а даже без этого неплохо. На сегодня все.